рисовать брови в разлет. Брови в разлет рисуются вот до сюда, до височной части. Сценический грим и речь, парикмахерское дело, создание видеороликов, дизайн одежды и многое другое. Попробовать себя в творческих профессиях ульяновские школьники смогли на фестивале «Профф-Форсайт». «Профф-Форсайт» – традиционное профориентационное мероприятие, которое проводит Дворец творчества. Это одно из семи в год. Сегодня мы встретились с ребятами, планирующими выбрать театральные профессии или профессии креативных индустрий. Всего около 400 ульяновских учащихся, преимущественно 5-8 классов, побывали на фестивале во Дворце творчества детей и молодежи. Желающих связать свою жизнь с творчеством в Ульяновской области много, ведь в регионе есть все возможности для развития. Что в нашей Ульяновской области, если вы хотите связать жизнь с миром искусства, культуры и креативных индустрий, вам есть где учиться. У нас есть колледжи, есть вузы, где есть эти направления. Помимо мастер-классов, в рамках фестиваля прошел брифинг, где известные ульяновские актеры, дизайнеры, радиоведущие поделились своими секретами успеха и рассказали, как стать профессионалами своего дела. Юлия Руднева, Герман Баранов, Управда ТВ.